Здравствуйте, вы находитесь в Кочугурах. Это ЛПХ Титус. У нас тут такой вот инкубатор, взятый из интернета. 38 градусов на градуснике. Такие там яйца переворачиваем. Здесь уже цыплята. Комарюсенькие хочу снять. Вот такой у нас самодельный из коробок брудер. Служит. Пленочку меняем. Вот здесь две породы. Орпингтон палевый и брама палевая золотистая. Обе золотистые породы. Правда, есть два серененьких там.